Здравствуйте, уважаемые видеослушатели моего канала. Буквально несколько дней назад я выложил видео с совершенно бесплатным файлом, направленным на устранение проблем, связанных с депрессией, какими-то неблагополучными ситуациями, снижение напряженности в этом смысле у человека. И обратил внимание, что с Google диска, на котором размещен был этот файл, очень-очень-очень много скачиваний. То есть несколько десятков человек скачали этот файл, он им был интересен. Этот файл предоставлялся совершенно бесплатно. И я понимаю, что, в общем-то, у многих сейчас и не сейчас, а может быть длительное время, идут какие-то сложные процессы. То есть там процессы семейные, финансовые, еще что-то, со здоровьем связанными и так далее. И решил я, в общем-то, не особо жадничать, а предложить вам еще один аудиофайл, который также можно будет скачать под этим видео, который будет не под этим, вернее, под следующим видео, который будет также предлагаться пользователям совершенно бесплатно. И хотел бы обратить ваше внимание, организовать некое голосование, что ли, вот именно под этим видео. То есть, если будут запросы на какие-то конкретные аудиоустановки, всего их вот здесь в этом файле Word, который вы можете скачать на нашем сайте, вы можете выбрать какой-то значимый для вас файл, значимую для вас установку. Хочу обратить ваше внимание, что есть установки достаточно серьезные. Вот я сейчас их просматриваю. Ну вот, предположим, операции и травмы. Поддержка в ожидании операции на головном мозге, да, при раковом заболевании, при возможном смертельном исходе этой операции, после операции, при успешном ее завершении. Не слушать этот файл и другой файл с этой композицией никогда. Поддержка в ожидании любой сложной операции, при возможном смертельном исходе, после операции. Настрой на восстановление, заживление, выздоровление после какой-то сложной операции, любой, не принципиально какой. Слушать при болезни ребенка или же потеря, смерть близких, то есть достаточно значимые, серьезные ситуации. Информация о неизбежности собственной смерти, катастрофа автомобильная, то есть женщине слушать после потери ребенка. Слушать отцу после потери сына. Слушать матери при потере сына. Слушать дочери при потере матери. Помощь при самоубийстве близкого родного человека. Помощь родителям после потери ребенка в какой-либо ситуации. Одним словом, серьезные ситуации, на них, наверное, не стоит зарабатывать. А их надо просто давать людям. Это действительно помогает. Это действительно поможет пережить эту ситуацию. Соответственно, если под этим видео наберется несколько десятков предложений, по номерам просто можете писать, да, я бы хотел услышать, допустим, аудиоустановку под номером 37. Или я бы хотел услышать установку под номером 41. В следующем видео она будет приложена к этому видео, и вы сможете, то есть я рандомно выберу наиболее значимые заявки, на мой взгляд, и выложу какой-то из этих файлов, новый файл аудиоустановки совершенно бесплатно под следующим видео. Вот такое вот у меня родилось предложение вам, потому что, ну, скачивают люди, волнует их много, пишут письма, говорят о том, что вот нет ли у вас такой-то установки, нет ли такой-то установки, вот у нас такой уникальный специфический случай, нам вот надо вот то-то, то-то. Я всегда иду навстречу, если что-то вдруг человек хочет иметь для того, чтобы помочь самому себе. Вероятность, 24% вероятность забеременеть, и так далее, и так далее. То есть достаточно сложные моменты. Можете запаузить это видео, почитать это с экрана, можете скачать этот файл с нашего сайта. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!